Суд присяжных приговорил Джохара Царнаева к смертной казни. На принятие решения им потребовалось 15 часов, но официальный вердикт объявят в течение ближайших месяцев. Это значит, что адвокаты могут обжаловать решение. Единственная альтернатива смертной казни в деле Царнаева – пожизненное заключение без возможности освобождения. В апреле присяжные большинством голосов признали юношу виновным по всем 30 пунктам обвинения. При этом более половины из них предусматривает смертную казнь. Напомню, взрывы у финишной черты бостонского марафона прогремели в апреле 2013 года. Погибли 3 человека, более 250 получили ранения.